Всем привет! Вы на канале Никита Здорик. Сегодня мы играем голодающие художники. Мне надо сейчас мою студию занять. Вот, это футбольный мяч из Атли Роблекса. И картинка, она моя самая удачная, за 2 Робокса. И паутина за 2 Робокса. У меня никто пока ничего не хочет покупать. Это нехорошо. Кстати, можете заходить и со мной в эту игру играть. Вот здесь челик алмазку нарисовал, походу. Наверное. Или нет. О, это точно алмазный меч и яблочко. И здесь не шумит. Вот мои картины. О, привет. Прикольный челик. У меня 60 монет, так? Мне надо стоить, и я кое-что куплю. О, вот это. Прикольное. Она же может... Сколько у нее робоксов? 36. Так ты же можешь купить себе еще 3 холста. У меня будет 3 робокса, и я куплю себе 3 холста. Потому что хочу 3 холста. О, прикольный челик нарисовал. Покемончик. 25 робоксов. 25. 3. И по 3. Все, телепорт. Я бы хотел. Удаляем. Это. Ой, блин, игрушка. Сейчас код введу. Так. Во, это ход. Беру. Сделаем. Все. 3 робокса. О. За 3 робокса. Кстати, я вам покажу, где можно вот такие вот рамочки покупать. И как у меня паутина светится, это золото. Вот, смотрите. Это рамки. Прикольно, здесь моей нет. О, я бы хотела такое, но мне она никогда не попадет. И здесь моя была такая, только золотая. Ну вот. Это где рамки, это где свечаски. Там есть еще 1000 монет на этом. О, мне кажется, самый прокачанный чел. Не знаю. У него здесь студия крутая. 4 робокса. Сколько у него в копилке? 59. Прикольно. У него робоксы валяются. Удача. Пить. Так. Покупайте! Все, буду рисовать, короче. Так, нарисую Пикачу. Черное. Сразу говорю, я не особо умею рисовать. Так, тело Пикачуски. Эти. О, Пикачу. Желтый.
Во. Пикачушка, килимигинюшка, кила пикачушка, кили пикачушка, стили пикачушка. Тинкс. Пришли вот так у нас. Нет, так не круто. Тинк. О, вода. Отстой, короче. Будет как и есть, короче. За робокса. Нормально. Во. Пикачушка. Эть. Кинь. О, челик. Надеюсь, он что-то купит у меня. Если купит на видео, будет круто. Наверное, не купил. Да, не купил. Сейчас проверим. Да, в моей копилке 0 робоксов. Не купил он. Купил бы сейчас, подождал бы. Купил я пикачушку себе. Моего пикачушечку. Пикачу! А я пикачу, лю-лю-лю-бу-ли-бу. Ля пикачу, чу-чу-чу-чу. Оли пикачу. Кини-ми-кин. Кори-пики-пикоч. Сиди-кири-тик. Эй, короче, все, я кричу. Ёлты. И придём, уже буду лисы бить. Коти. Киломин. Коли-пини-ки-ки-ки. Так. И пикачу. О, пикачушка будет. Будет за 2 робокса место полтинки. Не, на солнце. Место футбольного мячика. Пикачу! Кейкюр. 2 робокса. Это уже другой кур. Моя лучшая картина. И мне нравится. Пикачушку. Пикачушка. Кори меня. Пикачу. 2 робокса. Покупайте пикачушку. Покупайте пикачушку. Покупайте пикачу. И люлю. Покупайте пикачу, покупайте пикачушку. Это мой пикачу, каламакаю. О, здесь у челика такой прикольный. О, Барсик. Привет, Барсик. Он, это самая редкая. И, оп-оп.
какую мордочку мне еще рисовать. Так, нарисую, пока будет теплее, вы догадаетесь, 100%. Какая это форма, кого? Квадрат желтый. Ой, не буду. Вы догадались, наверное. Губка Боб. Сквепенс. Кит-кит-кит-кин-кин-кин-кин. Кирилинь. О! Надеюсь, кто-то купит у меня Пикачушку. Мне кажется, Пикачушка моя самая удачная работа. Он синий, красивый. Надя, потом рамку я на него поставлю. Все. Найс. О. Губка Боб. Закончить. Почему не написалось? Восемь хит. Так, надо картину найти. Все, теперь есть место. Паутина, извини. Пусть за 2 робокса тоже. Во! Все мои картины. Самая удачная. Найс. Покупай. Покупай, покупай. Ту купи ты у меня. Пику, пику, пику. О. Кинь, кинь, кинь. Кто-то ж нет сигнала нарисовал. О, 90 баксиков. У меня. Челик, ты купил
Спасибо. Ну, крути, крути, крути. Крути, крути, крути. Ну, мне Пикачушки. Деньги. Пикачушка. Ну, что это за Пикачушка? Пикачу. Крутись, Пикачу. Крутись, Пикачушки. Это Пикачушка. Это Пикачу. Это Пикачу. Это Пикачу. Пикачу. Я бы такую бы купил себе бы. Прикольно. Буду трогаться. О, купи. Давай, покупай. Ну, купи. Ладно, всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пока.